Всем привет! В этом видео я покажу, сколько еды за раз я даю ставку. Потому что многих людей этот вопрос интересует, сколько ест Стаффорд, сколько на него уходит денег, сколько уходит денег на собаку. У меня уже снят такой видеоролик. А в этом видео я покажу именно то количество еды, которое я даю собаке за раз. То есть вот сейчас будет показано, сколько моя собака съедает за день. Начну я с каши. Вот, раз ложка. Два. И три. Приблизительно я уже знаю. Вот важный момент. Тут нужно будет понять по твоей собаке. То есть собака не должна голодать, но и не должна быть постоянно закормленная. Потому что организм, ну, должен когда-то расслабляться. То есть все хорошо в меру. И со временем, да, на начальном этапе ты заведешь собаку, будешь косячить, перекармливать, там, недокармливать, и неправильно кормить. Но со временем ты поймешь, сколько еды твоей собаке нужно, какая еда подходит твоей собаке. То есть, ну, это придет со временем. Дальше идет курица. Здесь два куриных крылышка. Специально взял. Обычно я не слежу за этим. Это вот сейчас для видео, чтобы вы понимали. Два куриных крылышка и кусочек куриной грудки. Там пару кусочков небольших. То есть, вот приблизительно количество для собаки женского пола амстаффа. Многие там, если мне не изменяет память, писали про мясо, надо больше мяса класть. Да ты можешь хоть ведро мяса собаке своей наложить, только прикол весь в том, что никакого толку от этого не будет, если это мясо не усваивается у собаки. Вот в чем все дело. Теперь немножко сюда масла налью. В идеале, конечно, не рафинированное нужно. Но у меня его нету, поэтому я налью простого немножко. Зачем это нужно, ребят? Все есть в видеороликах. То есть на моем канале есть видео. Смотрите, плейлисты, там все рассказано. А, и овощи. Ну, из овощей у меня огурец. Ну и что, давайте кормить. Вот и все, это вот на день. И вот этим вот количеством собака наедается. Вот эта миска, где-то в ней, по-моему, литр... Короче, 1,8, то есть до 2 литров чуть не хватает. Но объем вы сами видели. В принципе, еды ест немного, съедает все. Просто мне постоянно вот что-то там пишут в комментариях, там читаешь, да твоя собака там мясо съедает, кашу оставляет, ты не показал, как собака там съела кашу. Вот вам пример, пожалуйста. У меня собака все съедает. Еще мне иногда такие комментарии поступали по типу то, что да это я для видео там мясо собаки наложил, а в жизни я ее кормлю не так. Да нет, ребят, я показываю, если я показал миску с мясом, значит я сегодня кормлю собаку, неважно, видео съемка, не видео, а именно миской полной мяса. Если я там наложил кашу, соответственно, я кормлю кашей. То есть у меня такого нету, что я для видео специально накладываю, а потом там что-то там выдумываю, рассказываю. То есть я так не делаю. Да и как бы мне не хочется кого-то удивлять. Вот, мне уже неинтересно это там. Вот и все, поела. На этом буду прощаться. Всем пока.